Здравствуйте, девочки и мальчики, мои новые подписчицы и подписчики. Я новичок на YouTube, но мне очень хочется рассказать о моем хобби. Это таро. Я с юных лет увлекалась таро, гаданием на обычных картах. Как всегда, моя интуиция меня не подводит. Хочу ознакомить вас с колодами карт. Их у меня очень много, но это самые-самые любимые колоды, которыми я пользуюсь. Значит, первая колода – это колода, французская колода «Мадемуазель Ленорманд». Это оракул карты. Их 36 штук. Замечательные карты. Я, конечно, знакомлю вас попозже из каждой из этих колод. Вторая замечательная колода Healing Cards. Healing Card это значит карты, которые оздоравливают ваше тело, вашу душу, помогают вам каждый день, каждую минуту, отвечают на ваши вопросы, подсказывают вам, как жить, как любить, как открыть свое сердце любви к людям, к природе, ко всему живому на этой планете, Вселенной. Третья колода. Очень-очень люблю колоду. Это Guardian Angel колода. Эта колода была создана Дарин Верти. Колода Guardian Angel – это наши ангелы-хранители, которые тоже помогают нам, нашим быту, нашей жизни. Значит, они дают советы, как вести себя в той или иной ситуации. Значит, следующая колода у меня Индиго Ангел. Это Индиго Ангелы. Тоже создана Дарин Верти. Эта колода очень красивая, с такими замечательными фото ангелов, которые охраняют нас, помогают нам, в нашей жизни, делают нам подсказки и ведут наш путь по жизни осмысленно. Вот. И, как говорится, Индиго Ангел – это очень-очень умные дети, ангелы, которые пришли на нашу планету, чтобы спасти нашу планету. Очень интересная колода. Значит, следующая колода – это обыкновенная колода Таро Карт. Тоже интересная колода, но я пользуюсь ей, но не очень часто. И, как всегда, наша традиционная колода игральных карт, которые я делаю расклады, которым меня учила моя бабушка. Я очень люблю эту колоду. Вот, раскладываю всем своим знакомым, всем своим друзьям, семье, кто попросит. Вот, и как всегда я придерживаюсь этой колоды. Спасибо за внимание. Очень рада с вами познакомиться. Если понравится мой канал, подписывайтесь. Вот. Всех люблю, всех целую. Благодарю за внимание. В следующий раз я поподробнее расскажу о каждой из этих колод. И затем, я так думаю, я планирую делать не маленькие расклады, а делать ежедневный карту-расклад на жизненную ситуацию, как пройдет день, как пройдут дела, как пройдет ваше, например, какое-то